Геннадий Головкин украсил обложку люксового американского журнала «Hot Living». В свою очередь редакция журнала назвала казахстанца спокойным, но самым опасным. «Я профессиональный спортсмен, не шоумен или клоун, прежде всего бокс для меня это спорт, потом уже бизнес, придерживаюсь же я менталитета старой школы, и я не могу поверить в то, что Альварес съел зараженное мясо, все в нашей команде были очень разочарованы, я готовился усердно, тренировался, для меня Альварес фальшивка, первый бой с ним был очень интересным, я знаю Канело, его стиль, он суперзвезда из Мексики, но я чемпион, а он номер два, я просто хочу побить его раз и навсегда, я знаю, что я лучше, хочу показать это людям, наследие, я настоящий чемпион. И думаю, что поэтому меня и запомнит», — сказал Головкин.